Они могут сделать проще марш-бросок и значительно усложнить маршрут противнику. Все, кто здесь служит, совладают с техникой, способной пройти любые преграды, вплоть до минных полей. Хоть и наполовину аэродромный, но точно полноправный и даже уникальный механизм во всей машине инженерных войск. Офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты 83-го полка отвечают за боеготовность военных аэродромов по всей стране. Они могут смастерить взлетную площадку даже там, где невозможно это представить. Благо, вся нужная техника для этого есть. Конечно, без профессионала ни одна машина не будет работать. А тем более такая специфическая техника. Об этом точно знает начальник инженерной службы майор Максим Шакуров. Офицер в третьем поколении. Признается, другого пути у него и не было. Ведь и отец, и дед тоже посвятили свою жизнь защите Родины. В настоящее время я нисколько не жалею, что пошел служить в армию, стал офицером. Вот, и горжусь то, что служу в Бобруйске, в 83-м полку. Часть, на самом деле, наша воинская часть очень специфичная, такая уникальная, выполняет различные задачи, интересная. С 2013-го Максим возглавляет инженерную службу. Как свои пять пальцев знает все о технике и ее возможностях, которая, слава богу, никогда не подводила, будь это тренировка или учение. По предназначению инженерная техника, в частности, которая находится здесь, в 83-м полку, готова выполнить поставленные задачи по предназначению. Это было доказано уже в 2019 году, когда были подняты батальон технический по приведенную в высшую степень боевой готовности, проводились занятия с выходом на район сосредоточения. Ежегодно войска поступают новые образцы техники и инженерного вооружения. За последний год белорусские саперы испытали более 30 типов боеприпасов и несколько самоходных установок разминирования. Кроме того, инженеры ежедневно уничтожают посылки военных времен. За год обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов. Участвуют инженерные войска также в строительстве мостов, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.